Это правда? Это счет за ту ночь, Анур? Ответь мне. Да. Поверить не могу. Ты платил со счета компании? Я не ожидал такого, Шахрезад. У нас есть договор с отелем. Кто бы к ним ни пришел из Биньяпе, они направляют счет в компанию. Я и не знал, что выписывают такие счета. О, Аллах. Но это ведь ничего не значит. Ничего не значит, да? Это счет за ту самую ночь, ты понимаешь это? И то тоже за счет компании. Что? Что, Шахрезад? Деньги, которые ты дал мне, их ты тоже снял со счета компании? Нет. Этим дело не кончится. Керембей продолжит копать и в конце концов нет, все Шахрезад. Выяснит. Потому что тот, кто разыскал счет, может Шахрезад, выяснить и про деньги. Меня, пожалуйста. Я пропала. Ничего наконец, он не найдет. Что теперь нет. делать? Он узнает, поймет, что это женщина, любимая, я. Не поймет лучше он. Умереть. Я так и знала, что эта ночь не останется нашей тайной. Останется. Потому что все тайное всегда становится явным. Ты можешь выслушать меня? Пойми же. Разве стал бы я снимать эти деньги со счета компании? Это были мои деньги. Подумай, как бы я так просто снял 150 тысяч долларов со счета, он бы сразу все понял. А этот счет? Он ничего не значит. Но он сказал, что выяснит, кто эта женщина. Как он это выяснит, Шахрезад? Как выяснит? Керем ничего не сможет доказать. Тут и нечего доказывать. Керем просто не может смириться с тем, что ты со мной. Он лишь пытается заставить нас нервничать. Ты меня любишь? Но мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся. Не бойся.